А ми, як і обіцяли, ось вам пропонуємо зараз подивитися на ще одного гостя, який прийшов до нашої студії – Сніжок. І, звичайно ж, він прийшов з Женєю Боєневером, зоологом. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, добрий тому день. Що спасибо лише большое. У вас такі милі, гарні тваринки, і такі ручні, теплі і приємні, що ну, я більше інших таких і не бачила. Сніжок одразу з нами потоваришував з усіма тут в студії і не хоче сходити з рук. Насправді, символ року просто неймовірний, чудовий. І я дивлюся, що він такий біленький, охайний. Ми для нього теж приготували апельсинки. Я не знаю, чи він їсть їх, чи ні. Для вас, Женечка, чай з апельсинкою. А для Сніжка просто апельсин. Їсть він апельсини, чи ні? Ну, взагалі, в ограниченому кількості. Ну, якщо захоче, то будь ласка, так? Жень, розкажіть, будь ласка, про цю тваринку. Насправді, чому вона символ року? Из многообразия разных грызунов, морские свинки, песчанки, хомячки, мышки, именно крыски, наверное, самые умные, самые сообразительные и самые компанейские. И поэтому я их лично очень люблю, именно крысок, потому что с ними действительно очень интересно. Интересно наблюдать за их жизнью, интересно общаться с ними. И, наверное, вот эти свойства, им, может быть, и позволили им занять одно из мест символов года, да, наряду с другими животными. Такие, возможно, качества, вот, как компанейность, умение работать в коллективе, целеустремленность, возможно, да, потому что они очень трудолюбивы, они постоянно находятся в каком-то действии, в исследовании, в поисках нового жилья, в поисках пищи, в заботе о своих малышах. Вони дуже люблять своїх діток, так? Не залишають їх ніколи? Вони соціальні животні, вони живуть великими колоніями. В отличие от других, например, таких как хомяки, которые одиночки, да, крыски всегда живут группами. И у них есть определенная иерархия. Есть главная крыска, есть помощники. И ну, известный такой факт, что если, например, в семействе крысок каким-то образом так случается, что мама, которая кормит малышей, погибает, то обязательно другая крыска берет попечительство над малышами и ни в коем случае не бросает. Ой, какие молодцы. Бачите, популяцию они тримают. Тобто они ни в жодном разе не допустят. Так, да. Я так разумею. И вот возможно, это свойство помогает им выжить в таких суровых условиях, где не всегда есть изобилие пищи, не всегда есть там, возможность в нормальных условиях, в тепле, в чистоте выводить детенышей. То есть в каких-то суровых условиях и на протяжении многих там, веков да, эти животные продолжают существовать рядом с человеком. Где бы ни жил человек, фактически везде мы можем встретить и этих животных. Конечно, репутация у них не всегда положительная, но тем не менее это свойство их характеризует сильно. Це Сніжка аж ніяк не стосується, бо настільки миле створіння, ну настільки милий він, просто неймовірний. Я, знаєте, зараз так до нього звикну, що мені захочеться теж мати в себе вдома таку тваринку. Справді розумний, справді дуже такий от лапки, такі ніжні, такий весь пухнастик, ну класний просто, біленький і дуже розумний, насправді. І одразу, що більше мені подобається, що він йде до рук, не боїться. Ну, это естественно, потому что эти животные были рождены и уже выращены в кругу людей, в кругу заботы. И они не понимают, что человек – это источник того, добра. Добра, еды, да, ничего плохого от людей не он не ждет. Вони так. А насправді ж криз завжди хотіли витравити. І так склалося в нашому житті, що не так-то їх просто і витравити. Вони розуміють, де може бути нірка, в яку поклали отруту. И уже туда не идут. С чем это связано? И уже они такие разумные, насправді? Действительно, они невероятные такие задачи, которые другим животным не под силу способны решить. И как в поиске пропитания, так и в способах защиты. Действительно, избавиться порой невозможно, и до сих пор человечество не может до конца избавиться от как бы, животных-паразитов, да, которыми являются эти переносчиками инфекций традиционными, которыми являются дикие крысы, прародители наших декоративных животных. Животные умные. Например,
решают такую задачу, как если стоит бутылочка с молоком, и молока уже наполовину только лишь хватает. Как достать это вкусное пропитание? Другое животное, наверное, не смогло. Да, может перекинуть и выпить? Ага. Нет, крыски додумываются, что можно окунуть туда хвост, достать собственный хвостик и, естественно, облизать. Ой, вы бачите, это, наскільки? Да, очень такая известная прийом, яким крыски пользуются. Ну, це просто неймовірно, бо бачите, який розум у них є. А з приводу отрути, то завжди от мені бабуся з дідусем розповідали, що криса, вона, якщо одна навіть криса почула і дізналася, що десь отрута є, інші вже будуть знати і вже туди не підуть. Тобто, вірно, у них є свій язик, на якому вони спілкуються, передають інформацію. А з приводу домашніх тваринок, от з приводу Сніжка, вже хочеться поговорити про те, як же ж його тримати вдома, на чим годувати і взагалі, який він вдома. Животные эти очень активные и очень общительные. Поэтому, если заводить такое животное одно, то нужно понимать, что нужно очень много внимания, общения, без которого ему будет скучно. Либо же, конечно, тогда заводить сразу несколько таких животных, чтобы им было не скучно. А сколько у вас крысок? У нас их сейчас вот живет в экспозиции 8 крысят таких. И они греются друг с другом в гамачке или в домике. Они вместе выходят посмотреть, что же им вкусно в кормушку положили. И они очень компанейские. Но мы знаем тот факт, что это очень плодовитые животные. И если мы будем заводить их несколько особей, да, то, наверное, все-таки лучше выбрать для этого несколько девочек. Потому что если же это будет разнополые животные, то не за горами тот случай, когда мы окажемся обладателями целого большого выводка крыс, а возможно и не одного, потому что они способны приносить потомство очень часто и очень много, они очень плодовитые. Ну, тобто ви вже знаєте, от він зараз вмивається, так? Чиститься. Наверно, так йому, да, він вже осваивається. Йому добре, йому сподобалось. Йому понравилось. Ну, бачите, як добре. Цей рік, значить, повинен бути, я так розумію, що успішним, добрим і успішним і для нашої програми, і для нашої студії також, так? А, Жень, а що вони люблять їсти? Як звичайні гризуни, чи щось, можливо, є таке особливе? У них відрізняється немножко раціон від многих других гризунов. Хоча вони, як другі гризуни, їдять, конечно, зерновые, едят овощи, но они относятся к всеядным животным, поэтому они, наверное, не с меньшим, а может быть даже с большим интересом отнесутся к какой-то мясной пище. Я так и подумала, может, трошечки мяска запеченного. Они будут не против. Да, поэтому много, конечно, мы им не даем, но периодически, несколько раз в неделю, отварное мясо с удовольствием, и в первую очередь они пробуют. А сало едят, вот кажут, ну, жирное. Жирное дуже, так? Да, нежелательно. Жареное, соленое, перченое. Який раціон повинен бути? Ну, я бачила корм, який спеціально розрахований для крис, там, для мишей. Ну, для мишей він трошки менший, а для крис більші грамми. Более крупные, да, фракции. Ну, есть специально гранулированные корма, которые должны быть сбалансированные. Конечно, это зависит от производителя этих кормов. Ну, либо же это естественные корма, это зерносмеси на основе пшеницы, кукурузы, немного семечки, потому что они более жирные, и много нельзя, чтобы здоровье не пошатнуть. Ну и, конечно, это овощные разные, морковь, свекла, яблоки. Немного тыквы можно добавить в рацион. В сушеному выгляде, чи можно все равно? Свежему. Сухофрукты тоже можно. Спектр очень широкий. Как и другие грызуны, у крысок есть такая особенность, что у них зубки и резцы растут на протяжении всей жизни. И они должны их стачивать. Поэтому им нужно обязательно, чтобы было что-то твердое, то, что они могут постоянно грызть, и тем самым, как мы ногтики подстригаем, так и они должны стачивать свои зубки. Поэтому мы должны давать им что-либо твердое грызть. Это могут быть орешки, это могут быть твердые овощи в том числе. З приводу солі. От часто кажуть, що трошки солі треба тваринкам, але ж, мабуть, сіль вже є у тих злакових, які вони їдять. Помимо сирих злаків, ми також їм даємо каші. Варити кашу? Кашу, так. Да. Це може бути пшенична каша,
булгур, рис, овсянка. Можно разнообразить, чередовать. Потому что животные, как и люди, они привыкают и приедается, да, то, что мы... И помимо этого, в каком-то одном ингредиенте может не быть тех полезных составляющих элементов, витаминов, а в другом, наоборот, они могут быть в избытке. Поэтому не стоит останавливаться на каком-то одном корме. Все-таки мы сторонники того, что лучше комбинировать. Какой бы хороший производитель корма не был, все равно учесть всего очень, практически невозможно или очень сложно. Поэтому, як і ми, люди, все-таки нуждаємося в різнообразній вкусній пищі. Так, ось часто дивишся і даєш тваринці, наприклад, якийсь корм, ну там чи будь-яку їжу, і тваринка залишає. От може там якийсь відсоток вона з'їсть, а інше залишається. Що тоді? Викидати те, що не доїли? Чи, ну, чи як ви годуєте? Навірно, так, тому що еда быстро может испортиться и уже стать не пользой, а принести вред животному. Поэтому, если животное не съело, ну, ничего не остается, как выбросить. А что пьют они? Чи звичайна водичка им подходит? Обязательно, да, наличие в постоянном доступе чистой питьевой воды. Это, как и многим другим, всем животным другим, это необходимо. Так, а ось як вони бігають? Чи треба колесо для таких тваринок? Да, мы обязательно ставим ніпільні такі капельні поїлочки, шарикові поїлочки, які животне не способне перевернути, але в той же час водичка залишається чистою, якщо повернутися на счет води. А на счет движения, так, звісно. Чим більше всяких всевозможних каких-то приспособлений, дающих можливість їм проявити себе, проявити їх активність, любознательність, тим краще. Це можуть бути дійсно колесо бігове, це можуть бути всякі лестниці, гамачки, всевозможні тунелі, трубы, разные полочки на разном уровне, многоэтажные, многоярусные клеточки. Тут уже чем больше фантазия, тем лучше. Конечно, главное, чтобы не перестараться, они должны быть безопасные. То есть животное не должно иметь возможность прогрызть, попробовать, да, проглотить какую-то мелкую часть чего-то, да, из того, чего состоит их домик. Потому что они бывают, что от этого страдают, наевшись того, что им не свойственно, могут даже погибнуть. А він же спить, я так, а не спить. Ну так засыпает трошки, я дивлюсь, що так пригрівся, починає засыпати. Ну, вообще, они ведут сумеречный такой образ жизни, ближе к ночному даже. Но, содержа их дома, они очень быстро перестраиваются уже к нашему ритму и режиму дня. А, тобто вони можуть так само, як ми, жити, так? Ну, люди ж теж бувають, є жаворонки, є сови. Ну, а криси, вони дуже пластичні в цьому плані. Я бачила ось серед тих засобів, які спеціально налаштовують для гризунів, намагаються зробити там різні тунелі, різні там всякі там переходи, щоб тваринка перелазила. А якщо, от, наприклад, вона втіче, що де її шукати потім? Ну, очень часто, вот мои знакомые многие, они держат крыс вообще на открытом, открытой площади в квартире просто. То есть клеточка, она может быть и есть, но она есть для того, чтобы животное чувствовало, что у нее есть защита, есть какой-то свой дом, где она может отдохнуть, полежать в покое от членов семьи, может покушать и так далее. Но они очень хорошо ориентируются в пространстве и свободно себя чувствуют в открытом пространстве, знают, где их дом, могут туда, ну, имеют доступ самим прийти. Поэтому для таких животных убежать не страшно. Но для этого надо понемножку, не сразу, а постепенно приучать животное. Ну и обеспечить, конечно, чтобы для животного действительно не было никаких других опасностей. То есть, ну, не было там оголенных проводов, да, там, не было ну, того, так, звичайно, що їм не можна. Других, других животних, можливо, да? А, от, котик, кошек, якщо у вас собачек, вдома да, є котик, то треба слідкувати за вашою крискою чи за мишою. Звісно, треба бути осторожним. Звичайно, звичайно. А так, насправді, вони можуть же щось перегризти у вас в квартирі, чи ні? Ну, це, да, це не без того. У них же, дійсно, вони гризуни, не зря їх так називають. Поэтому можуть на зуб пробовать элементы интерьера и так далее. Но крысы очень хорошо поддаются воспитанию. Поэтому с ними, как с любыми другими животными, вот и с собаками, да, с ними нужно заниматься, работать,
А що робити з ними? Ну, от ви завели, наприклад, ви таку тваринку, гризуна, завели криску, так, маленьку. А що їй треба з дитинства показувати і привчати? До чого? Щоб вона навчилася? Ну, там, щось не гризти, ну, наприклад. Ну, це, як і, мабуть, і ребенка, да? Як ми виховуємо дітей? Любов'ю, ласкою, да? Но якщо він не слухається або щось неправильно робить, то нужно об этом говорить, показывать. Крысы очень хорошо чувствуют нас, они чувствуют интонацию нашего голоса. Этого порой бывает более чем достаточно. Угу. Просто изменить тон, угу, которым мы говорим. Суворіше сказати немножко не более можна. Строго, чуть-чуть угу. громче, да? И они понимают. Так, не треба їх там мы, якось... Может быть, немножко особливо... недооцениваем. Ну, звичайно, звичайно. І ваша тваринка буде задоволена, якщо в неї все буде добре. Конечно. Як вони сплять? Що їм треба для цього? Чи мішечок, чи як? Чи да, они любят укромные места. Мы, как правило, делаем гамачки для крыс. Угу. Они очень любят прятаться в гамачки. Это может быть даже не обязательно там покупать какой-то фирменный, да, гамак в зоомагазине. Можно его сделать очень легко самим. Для этого очень хорошо подходят старые джинсы или брюки. Отрезав штанину, пришив туда шворочки и подвесив, уже получается замечательный класно. Гамак, норка, в которую крыска с удовольствием обживает. Можно связать, можно да, рукав якийсь. Несколько связать, да, сделать переходы, туннельчики, отверстия промежуточные между ними. Тут уже на усмотрение, на фантазию владельцев. А як ви перевозили? Ну, така от кліточка невеличка, так? А є ще, знаєте, такі кульки, от в таких кульках. Як ви до них ставитесь, до таких кульок? У нас такого шарика нет у нас, но важно, щоб во время транспортировки, ну, животное не просквозило, оно не переохладилось, поэтому помимо такой транспортировочной временной клеточки, мы ее ставили в специальную такую термосумку, которая сохраняет тепло. І безпечно для того, щоб животне не простило во время дороги. Ну, і щоб не втекло. І, ну, і, звісно ж, не убіжало. Бо так можна, якщо... Ну, але можна, якщо в руках. Ви знаєте, що точно ваша тваринка буде сидіти в руках, чи ні? Ну, все-таки у них основний орган чувств у криз – це обоняння і це слух. Зрение уже на второстепенном месте. Поэтому малейший какой-то резкий звук, какой-то стук, грюк – все это их пугает. И поэтому, когда мы идем по улице, им движение транспорта, какие-то сопутствующие происходящие, да, события могут их сильно напугать. Поэтому все-таки, если мы должны переехать куда-то, вот, например, мы должны были к вам в студию приехать, то правильно все-таки использовать переноску и термосумочку. Ну що ж, Женя, дуже дякую вам за те, що ви прийшли, розповіли сьогодні стільки всього цікавого про Сніжка і про усіх його родичів. Ось, я так думаю, що це справді достойний символ року. І добре, що саме Сніжок сьогодні потрапив до нашої студії. Наостанок хочеться почути побажання, бо сьогодні вже свято, сьогодні вже ось-ось і буде вже той самий день, коли ми почнемо зустрічати Новий рік. Конечно, спасибо, что пригласили. Ну, хотелось бы, во-первых, одну такую небольшую ремарку, отступление сделать. Сейчас в преддверии Нового года, года крыски 2020-го, все-таки сказать нашим горожанам о том, что если мы захотим использовать такое милое, замечательное животное в качестве подарка, очень ответственно подойти к этому моменту, потому что все-таки мы не на один день, не на неделю, да не на месяц заводим себе товарища, а заводим как минимум на 2-3, несколько лет, да, члена семьи. Поэтому подойти к этому вопросу очень ответственно. Но крысы очень такие плодовитые животные, и я думаю, что этот год должен быть плодотворным для нас всех, принести много успеха, всего, что мы ожидаем, всех самых заветных желаний. Я вам дуже дякую, Женю, справді, за ці щирі побажання від вас. Хочеться теж побажати нашим глядачам тільки удачі, тільки успіхів. Ну, найголовніше, це, мабуть, щоб ви справді не... Щоб ви розуміли, що життя продовжується далі ще якіснішим для вас. І щоб ви кожного дня не лише мріяли, а щось робили для себе. Кожного дня, крок за кроком. І все робили для того, щоб кожен
кожен ваш день наповнювався удачею, щастям, розумінням один одного. Щоб ми усі з вами розуміли, що кожен наш день повинен бути наповненим чимось особливим. Ну що ж, ми прощаємось з вами, бажаємо ще раз вам всього найкращого у новому році. Ну, а справді цей символ, сьогоднішній сніжок, він, я думаю, що нам допоможе зрозуміти усе, як потрібно. Це була програма «Фреш». Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення!